Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Постреляешь, кажется, сам за себя. Я тут сейчас с Валем успехом что в три хила идти, это жесть. Ай, я тоже хотел это сделать. Может на огонь ауру поставить? Thank you.
огне хозяина. Меня слышно? Да. Все молчат, думал, у меня камера вот. Хорошо, отойди. Будет тоже за перчатками. Ну, еще за ногами и за кольцом. Пройдите. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Вот я не мог почему-то... Пришел, 10 команды и смотрит. Александр. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел! Опоздали. Рубиновое святилище пало. Это
Все, я ру. Снятие проклятия. Я этого не забуду. Но у меня вытащено, но я не знаю, каково, когда, как. У меня никаких не стоит аддонов, чтобы показывало, что кого-то надо диспелить. Я знаю, что у стены. Ну ладно, я попробую. Да, я еще кого-то скажу. Если там я буду выносить метку, хил, вот, то танкам, может быть, надо будет там в это покастовать быстрое исцеление, щиток там кинуть. Ну, такую фигню, в общем, сделать. Ну, видишь, в общем. Забирать 4 Один из них может там поставить, да? Он. Так, я здесь пели только на третьей фазе. Да. Я же боюсь. Наконец, чтобы не накосячить самой. Стражило, заходи. Тут какие-то проблемы у мага. Так что бейте без него. Господи, боже. Ааа, это жесть. Клоток.
Так он побежал к стенке, и у вас там уже из тьмы появилось, он сдох. Войт, скажи там в процентах что? Или мне? Или СПД? Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, остерегайтесь теней. Давай я там ставлю. Себя под хили, я с другой стороны боссу. Точку. Не беги, Лок, стой там. У нас в свету мало народу. Она была. Не знаю. Носила, прожала точку, а потом уже, когда я вышла с точки, упала. Короче, давай падать в свету. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? С другой стороны, боссом и стояли я и Аршам, и все остальные с другой стороны вышли из тьмы. Я не доставал ее хилить, поэтому... Ну, я сказал, чтобы она сама подхилила. Там метка была из тьмы и света ее, которую она выносила. Нет, просто обычно люди выходят с этой стороны, у вас там дамага было мало, и вы еще полкруга сделали. Значит, надо с другой стороны стоять, да? И либо сейчас, если маг зайдет, то нормально, наверное, будет. А, окей, я тогда сам сейчас встану. Как раз в RS-25G, по-моему, с этой выходит. На 8 лучше на что? На каст поставить или на тайну магии? Да, поехали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Да ё-моё, да была.
Да. Пятьдесят 2%. Скажешь, как откадаешь? В принципе, даже не говори, сразу кидай. Ё-моё, блин. Посыть лезвие поставить там. Свету стопните. Дай пока гейм. Кого-то дай гейм. Я здесь парю. Как так-то? Подхилишь меня, железо, да? Thank you.
Остерегайтесь теней. Блин. Скажите, когда зайти? Я успел тебя подхилить. Маны нету в свету шумана. Давайте. Фух. Фу. Насладитесь сполна ее вкусом. Да-да. Хотела тебя последний раз захилить, когда зашла во тьму. Дисплейте метку, пожалуйста, насчет взорвется. Выходи. Да, типа, потому что не прогрузилась тьма со светом. Что я не успела от лезвия отбежать, когда метку носила. Там же я чуть наперед побежала. Там, где метки было. Перекос был, потому что Навара постоянно кидалась меткой. Я не знаю, сколько я их вынес. Но мне ни разу метки не было в свету. Все время там на локе. Давайте на еще одну. Я потанчу. Ну не знаю. Я ей объяснил, в принципе, как танчить. А, давай поезд. Может быть, потом подберу что-нибудь себе на время. Чё? 25 хм же будет. Ой, да, хочу ульту. Если лучше 25 хм резку. Ой, точно, там же Тима собирает. Блин, забыла. Надо. Дай мне прям, может, шмана накинуть. А там сейчас их 25 будет, да? Там физика собирает 25 герорес. Ну, мне некем больше в РС прийти. Тут. Слава, давай на следующем, когда тоже соберешь, ладно? В понедельник также. Так, я тут что? Ты отходила? Ну, меня кикнули, я не знаю, я подумала, что никакого ИП не будет. Рейд распустили. Сама ушла, да? У тебя козявка. А второй будете собирать? Пойдем с физикой. 25. Жирен. Нагнал. А. Которого ты с рейда кикнул. Но физика, Джерион. Ты какой Джерион? Ты чё?